Впервые в Северокавказском федеральном округе в Махачкале в бизнес-инкубаторе. Переинновации прошел детский хакатон for Kids. На протяжении 2 дней более 100 юных разработчиков, дизайнеров и менеджеров конкурировали в оригинальности идей, разработки и умении презентовать готовые проекты. 24 команды представили идеи разной направленности, от караоке на национальных языках до бота для подготовки к ЕГЭ. На демонстрацию отводилось всего 3 минуты, после чего представители команд отвечали на вопросы жюри. В номинации «Лучший бизнес-проект» победили авторы идеи, создавшие интернет-площадку для продажи ботов. Лучшие программисты, по мнению организаторов и участников, были в команде, представившей публике двухмерную игру. Оригинальностью отличился проект «Хайдер». По задумке авторов, приложение позволяет запомнить местоположение любого предмета в квартире.